Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Воропаев, я нахожусь на фестивале «Море радости», и у нас только что закончилась одна из практик, которую я веду каждое утро. Это одна из даосских практик «Три силы», объединяющая в себе работу с физическим телом человека, из ушу, тайчи, работу с энергетическим телом, из цигун, и работу с сознанием, подсознанием из китайского нэйгун. Эту практику я веду здесь каждое утро и каждый вечер. Живу я в Москве, езжу по всему миру. И в Москве я, так же, как и здесь, преподаю эту практику. Приходите ко мне на занятия. Всю информацию обо мне и моих занятиях можно найти на моей сайте, на сайте школы живых руки, livehands.ru. И также я есть во всех социальных сетях. В YouTube есть ролики с видеозаписями, видеозаписи с моими практиками, упражнениями для спины. Заходите, смотрите, пользуйтесь. Но все-таки помните, что настоящую практику можно передать только от сердца к сердцу, из рук в руки. И чтобы действительно научиться, серьезно научиться какому-то искусству и не нанести себе вред, приходите заниматься непосредственно к живым учителям. К сожалению, по видео изучить полноценно ни одну практику невозможно. Благодарю вас, приходите, буду всех рад видеть, со всеми рад поделиться.